Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net номер 828. Сколько классов содержит разбиение множества натуральных чисел по остаткам от деления на ноль? Назовите их. Итак, давайте назовем эти множества и обзовем их. Множество натуральных чисел разбивается по классам по остаткам от деления на 4 следующим образом. Может быть, остаток 0, то есть число нацело делится на 4. Это первый класс. Второй класс – это множество натуральных чисел, которые при делении на 4 дают в остатке 1. Назовем это класс B. Третий класс – это когда при делении на 4 получается остаток 2. И четвертый класс – когда остаток при делении на 4 равен 3. А теперь давайте выясним, какому классу принадлежит число 100. 100 при делении на 4 дает остаток 0. Значит, число 100 принадлежит классу А. Число 50. Число 50 при делении на 4 дает остаток 2. Значит, число 50 принадлежит классу С. Число 43. Число 43 при делении на 4 дает остаток 3. Значит, число 43 принадлежит классу D. И число 17. Число 17 при делении на 4 дает в остатке 1. Значит, число 17 принадлежит классу B. Приведите примеры свои чисел, которые относятся к каждому из данных классов. Например, число 120 принадлежит классу А, то есть в остатке 0. Число 164 принадлежит классу А, в остатке тоже 0. Число 90 принадлежит классу С, в остатке 2. Число 74 принадлежит классу С, в остатке 2. Число 99 принадлежит классу D, в остатке 3. Число 87, например, тоже принадлежит классу D, в остатке 3. Число 57 принадлежит классу B, в остатке 1. И число, например, 101 принадлежит классу B, потому что в остатке 1. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.